Вот так обычно тихо в приюте. Никто не лает, только птички поют. Ну, ты чего добиться-то? Вы хотите какой-то правды добиться? Ну, вроде вся страна так живет. А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? Конечно. Я получаю деньги, я работаю. Если этот журналист скажет, что зеленый – это зеленый, а администрация города скажет, что зеленый – это фиолетовый, он скажет, что зеленый – это фиолетовый. Нам ничего не дают? Вообще ничего. Только штрафы, 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 штрафы. Проверки, проверки, проверки. Проверки, проверки, да. Они выписали предписание, там, столбы, заборы возвести. Вот, мы все сделали, и что? А теперь надо это все убрать. Они привели все в порядок, все отсыпали, все разровняли, провели электричество, провели воду. Вот это хорошо. Вот такой участок мы заберем обратно. Спасибо за аренду. Взяли бы меня, взяли бы 50 волонтеров ваших. И мы бы все вместе пошли бы в администрацию и сказали бы, а где 140 миллионов гуляет 2 года? Почему до сих пор не построен приют? Нормальный, хороший, современный. Вас интересует территория? Да. А приюту будет какой-то выделенный участок взамен? Они подерутся, не надо! А вы, да, представляете? Здесь все как нет? Вон я, он не кусается, он не кусучий. У нас дрочит, не дрочит. Не доказать же. То есть они договор заключили, получали арендную плату, а сам земельный участок не передали? Его немножко преувеличивают. Так приемки передачи данного участка существует? К моей компетенции это не относится. А у нас Садыков уехал опять, да? Беги, беги, беги куда-нибудь, беги. Сука, еб***. Тихо, 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 ладно. Да его на руки возьми, да и все. Деньги давайте, а участок не дадим. Серьезно? Россия – это судьба, да? У нас необычная страна. Действительно нарушение санитарное. Ну вы же при мне говорили, что нету никаких. За 1 час вывести 10 собак в город Тюмень. Сколько у тебя времени было? -3 дня. Ну ты, у тебя что, машины времени нет, что ли? Добровольно забрать, вам никто препятствовать не будет. Застрелили 2 судебных приставов. Он мне дал срочку до воскресенья. Прям всех собак будете вывозить? Да. Самое дорогое электричество. Сколько киловатт стоит? 12? Губернатор отказывает встречи. Она не видит вообще смысла со мной разговаривать. Какие еще вопросы? У нас денег на корма нет. Мы кормим едой с садиков. Как мне сказали в суде, надо звонить, долбить. Очень нужна помощь. Если я это все не вывезу, это будут все они демонтировать и убирать. Константин, ну мы договорились, да? Да, наверное, попробуем, постараемся. Ответ настоящего мужчины. С благими намерениями, пожалуйста, приезжайте. Тихо. Вы слышите? Тишину. Теперь в этом приюте будет все время тишина. Ты правильно все сказал, как на кладбище.